Moscow Disco Hi-Fi Edition. Добрый вечер, дорогие друзья. Программа Moscow Disco Hi-Fi Edition под серебряным дождем. Ну, пошла у нас такая поляна, и практически на каждой программе, вот на протяжении этого месяца, у нас приходит в студию либо какой-то известный музыкант, либо какой-то коллекционер винила, что, в принципе, аналогично. И хочу вам представить сегодня Михаила Ковалева. Миша, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил Ковалев. Да, а вот человек уникальный, он собирает пластинки. Я думаю, в принципе, у нас таких больных не очень много, но всегда приятнее встретить плюс один. Плюс один в нашем жанре – это круть. А у Миши есть своя специфика. Ну, кроме того, что он очень модный парень, он еще человек, который собирает 45-ки. Миша, не хрипи микрофону, я смущаюсь. Случайно. Да. Вот, он собирает 45-ки, что это значит? Вот как бы вот... Я собираю вот такие вот большие пластинки. Мы, кстати, вам притащили сегодня много пластинок. А я вот такие маленькие. А Миша вот такие маленькие. Вот. У нас видеотрансляция на сайте www.silver.ru. Спасибо, Даша, ты настоящий друг. Стараюсь. Да-да-да. Вот наши чудесные сегодняшние пластинки, толстощёкие физиономии, можно увидеть сегодня на сайте «Серебряный дождя». Миша чуток втянул, правда, щеку, да? Ну, я знаю, на самом деле, во-во-во-во. Очень эротично. Вот. А что у нас будет происходить сегодня? Поскольку вот прошлая программа с Андреем Перовым у нас была про Африку, и мы вот так уже пошли, так сказать, по регионам, как говорят, то сегодня мы будем говорить с вами про Юго-Восточную Азию. Юго-Восточная Азия – прекрасное место, особенно последние годы, так сказать, наши туристы стали очень сильно окучивать Таиланд и все близлежащие, так сказать, эти самые кварталы, как они говорят. Сингапурские. Да-да-да, потому что у них это реально уже кварталы. Я думаю, что сегодня мы тряхнем стариной и расскажем, и покажем вам все о культуре музыки Юго-Востока, о разных музыкальных тенденциях, о стилях, о направлениях, потому что палитра очень широкая, очень яркая, потому что Юго-Восточная Азия, она, конечно, географические условия, хорошие фрукты, все хорошее, что там растет в этой стране, в общем, позитивные люди, которые вот, аборигены остановились на возрасте 14 лет, и ментально они дальше не растут, поэтому очень легко жить. Дарья, вы что-то хотели сказать? Как-то вот... Нет, я наслаждаюсь и предвкушаю еще целый час наслаждения. Про аборигенов, я понял, я понял. Да. Но при всем при этом, хочу вам сказать, господа, они прекрасные музыканты. Прекрасные музыканты, которые ловят суть того, что они слышали, например, вот подачки там европейско-американских музыкантов, а они ловят суть и вот через свои, так сказать, такие вот артикуляционные аппараты со специфическим звуком, потому что у них фонетика достаточно своеобразная, просто меняют тембры, меняют стилистику, но при всем при этом у них есть очень крутые парни. Были, потому что, в принципе, мы будем говорить про музыку 60-х, 70-х. И хочу начать с одного из них. Вот. А следующим треком меня поддержит Михаил Ковалев. Thank you.
японского диска. Собственно говоря, вот показываю всем нашим радиослушателям пластиночку. Это тот самый чел, который сейчас играет, Гонзалес, Вали Гонзалес. Прямо такой, ну, судя по обложке, герой-любовник. И Порш у него, и мотоцикл, и длинные волосы. И гитара обязательно. И гитара — это главное орудие производства, Михаил. Вот. И здесь он нарядный, в костюме, и лицо правильно загримировано. Вообще все красиво. Но шутки шутками, вот еще одна фотография его альбома. Это первый регион, с которого мы начали, это Филиппины. Филиппины. И вот эта звезда Филиппин, Вали Гонзалес, свой первый альбом, который называется «Вали on the road». Не путать с маленьким роботом Вали, это совсем другое. Никакого Крафтверка сегодня. Вот. И, ну, в принципе, чем известен человек? Икона стиля. Икона стиля, безусловно, плейбойский образ жизни, все атрибуты на показ, но надо отдать ему должное. Прекрасный музыкант. И вот вы слушаете саунд. А знаете, откуда взялся этот человек? Он же не случайно парень в деревне Филиппин. Это парень из группы Juan de la Cruz. Это их лидер, гитарист, вокалист, который стал издавать свои сольники. А вот после трека, который поставил Михаил, я обязательно поставлю вам трек Juan de la Cruz. И трек будет, скорее всего, на английском языке. И я думаю, что если вас не предупредили, что это команда из Филиппин, вы подумали, что это какие-то бритиша или американцы. Потому что саунд, конечно, очень прям такой. Как вам музычка, Дарья? Восторг! Ну, восторг! Ну, ты же знаешь мои вкусы. А глаза задумчивые. Наверное, все-таки вспоминаете африканцев. И думаю, куда бы поехать в отпуск, понимаешь? Я прям по теме, по теме. Михаила Ковалева, вот он, веселый человек в студии «Северного дождя». У меня немножечко соломная сингапурская тема. Так, Сингапур, новый регион. К сожалению, великая беда нас сегодня постигнет, может быть, с упоминанием авторов и исполнителей некоторых произведений, потому что оригинальные пластинки, к сожалению, имеют очень малое количество латинских букв. В частности, это, вот это в вашем сингапурском квартале. А вот в нашем филиппинском квартале, между прочим, у правильных пацанов правильные обложки с английскими буквами, и всем все понятно. А у нас, я могу сказать, что только с прекрасной пластинки с известными надписями «Агоу-Го» первый трек со второй стороны. Потому что тут, к сожалению, или вот так. Давайте я приближу ваше. Ничего, что я в руки возьму, да? Посмотрите на то, что нам принес Михаил Ковалев. Вот. Это, видимо, переводимо, но не для всех. Но музыка в целом позитивная, пляжно-коктейльная. Ну, вы же знаете, я больше по позитиву, действительно. Мне кажется, мы... Это вы что хотите им сказать, Михаил? Секундочку. Нет-нет-нет. Не-не, давайте определимся, пожалуйста. Я о том, что моя музыка, которую я люблю, она легковесна. Она такая вот, ну, такая вот, вот как воздух так, дунула и исчезла. Дунул? Михаил. Но я не в этом смысле. А я, кстати, про смысл не утверждал вообще. Без смысла я. Просто заострил. Мне кажется, я понимаю, что она поет. Она поет про пинг-понг. Она говорит, пинг-понг, пинг-понг. Вот я отчетливо слышу, не владея азиатскими языками. Sejak lama ku punya tetangga.
прочим, вот эту пластинку я поставил из вредности, так сказать. Вот такой апперкот Ковалева по поводу музыки не позитивной, не солнечной и не пляжной. Вот, ну я не знаю. А хочу вам показать Ареста Бирала. Одна из самых серьезных коллекционных пластинок в Индонезии, господа. Это следующий квартал индонезийский. Вот, и написано все, обратите внимание, правильно, английскими буквами. Вот. Ну, не знаю, что на сегодняшний день, но где-то года три тому назад пластинка стоила порядка 1000 фунтов. И на самом деле в идеальном состоянии найти эту пластинку было практически невозможно. Вот. Мне очень нравится их музыка, она лайтовая, грувовая, веселая. И я не знаю, вы знаете, почему-то эта песня у меня ассоциируется с городом Баку, с городом, в котором я родился. Я почему-то сразу вспоминаю Бакинский бульвар, набережную, довольно колбачащихся людей, которые гуляют, веселятся, пьют лимонад Буратино, лебеди, и лебеди плавали, и был еще там фонтан, где были такие фаянсовые лебеди. Вот, Михаил, как вам трек? Мне очень нравится. А почему не танцуете? Чем мотивируете? А меня провод держит, вот я не могу. Провод. Вот люди выдумывают, психосоматика, люди выдумывают какие-то вещи, понимаете? В результате как бы их что-то держит. Отпустите себя сам, Михаил. Нас держит только наше сознание, больше ничего. Провод. Гордеев еще не весело. Гордеев еще не весело. Не то слово. Да. Нам прислал такое замечание Баграт из Ставрополя. Михаил, ставьте вашу песню. Так вот, Баграт из Ставрополя пишет, что песня камбоджийского певца Синси Самута очень позитивная. Баграт, а мы вернемся к этому певцу, потому что я о нем буду сегодня обязательно говорить. А вот это еще один позитивный трек от Михаила Ковалева. Я, кстати, без шуток. У Михаила только позитивная музыка. Ну... Еще одна пластинка, где английских слов в два раза больше. На прошлой было два слова, а здесь уже четыре, и даже один предлог, видимо. Так. Или артикль. Не будет артикль и артикул. Нет, артикул на обратной стороне, внизу вот здесь. Ага, я разницу знаю. А провод по-прежнему вас держит, Михаил? Провод, ну, немножко. Не отпускает. Ну, ничего, да. Хорошо. Прекрасная пластиночка. Как мне подсказал Лазарь, я, к стыду своему, не знал прежде о том, что go-go это некий стиль и целое музыкальное направление. Да, их было два таких основных. Один был вот тот самый, вот go-go, типа трали-вали. А другой назывался у них поп-е-е. Поп, не в смысле поп, а в смысле поп-мюзик. Да, вот его P-O-P. Поп-е-е. Вот, и давайте я покажу еще пластинку Михаила. Вот. С очередной девушкой. Пластинка называется Hala Hala and a Girl Girl. Вот. Все в знакомых иероглифов. А вот я, кстати, нашел название компании, кто записала. Horse Brand называется компания. Вот, видите? Вот так, вид сзади обязательно. Вот. А теперь я вам сейчас покажу поп-е-е. Вот это поп-е-е. Такая тайская, тайско-сингапурская тема, я бы сказал, точнее. Вот кто-то нам написал, что начало было интригующее. Во-первых, прошу всех подписываться, чтобы я мог к вам как-то обращаться вежливо, да? А во-вторых, чем разочаровали, если начало было интригующее, а теперь, смотри, все предсказуемо, да, все дальше понятно, да? Ну, здорово. Плюс 7903-797-6333. Сегодня у нас в студии в гостях Михаил Ковалев, позитивный коллекционер сорокопяток.
и он что-то мне показал пальцем, видимо, закончился трек. Ну, знаете, это не самое страшное, что могло с ним случиться. Со мной случилось что-то более страшное, потому что то, что я поставлю сейчас, это очень-очень непростая песня. Кусочек пляжа, потому что музыка у меня все равно пляжная, понимаете, вот. Немножко моря, расслабон, медитация. Вы же знаете, что человек — это продукт самой медитации. Но музыка, о которой мы будем сейчас говорить, это очень-очень серьезная пластинка. Пожалуй, наверное, одна из самых серьезных пластинок, которые входили в Индонезии. Проект называется Guru Gypsy Experiment. Человек, кто записал эту пластинку, вот я вот показываю пластинку, был таким, но, мягко говоря, не очень простым парнем. Этот человек был... Он всю жизнь свою прожил в президентском дворце, потому что был пятым сыном президента Сайкарна и Фатмавати. Родился в Джакарте в 1953 году, 13 января. Это, то есть, королевский отпрыск, так сказать, вот, которого пробило на музыку, и который стал делать очень интересные вещи. Он очень долго образовывал себя, потом сделал себе безумную студию сам там своими руками, потом какое-то время учился в Амстердаме. Вот, ну, о нем можно говорить очень много, но в данной ситуации звучит композиция, которая называется Chopin Larung. Видимо, какая-то связь между... Chopin, я понимаю, кто это. А уж что такое Larung на индонезийском языке, я не знаю. Но послушайте, музыка очень необычная. И редчайшая пластинка. Очень рад, что дорогие радиослушатели сегодня о ней узнали. Дарья, а вот, между прочим, вам какие-то там ухажеры пишут из Финляндии, а вы им что-то ничего не отвечаете, как-то вот некорректно это. Ты имеешь в виду нашего постоянного слушателя Влада? Ну, в смысле, я не знаю, постоянно ли перемены у вас, Дарья, да, но, может быть, международный конфликт. Нет, я его тоже всегда приветствую. Нет, так он пишет вам по сути, он вопрос вам задает. Вы обратите это внимание, пожалуйста. Вопрос-то не ко мне. Есть ли серебряный дождь в Перископе? Да, Влад, есть. И периодически мы ведем трансляции, когда происходят какие-то перформансы здесь, в студии «Серебряного дождя». Так что найдите. Диска. Ну вот такая вариация индонезийской версии шопеновской музыки от королевского отпрыска из Индонезии. Музыка, может, не очень веселая, но очень психодельная и очень необычная. А что касается Индонезии, это вообще космос какой-то, потому что для Индонезии такая музыка-то, но это просто что-то такое невероятное. Михаил, что вы скажете про трек? Я слушаю. До сих пор? А он же еще играет? Пока да, а шнур, ну, вот, не, шнур не тянет? Нет, я музыка не увлекла. Увлекла музыка, хорошо. Ну, давайте мы попытаемся свести этот трек, потому что он такой, может, очень серьезный для среды и для такого сейшена с вами, Михаил. Я думаю, что им такое в вашем жанре. Включайтесь. У нас все будут короткие, потому что люди очень, видимо, Юго-Восточной Азии ценили время. Треки у них обычно 2-2,5 минуты. Поэтому я быстро буду показывать пластинку, которую, да, Михаил наказал. Два слова скажу специально в продолжении. Господи, как много английских букв! Просто праздник какой-то сегодняшней жизни. Это Мачи Анар. Известная. Кого Мачи?
Маченар. Маченар. Правильно, вот интонируйте. Да. И это в продолжении идеи Лазаря о людях, которые посвятили себя музыке. Это известнейшая сингапурская органистка конца 60-х, начала 70-х годов, которая прославилась тем, что выиграла один из конкурсов в 70-м году. Конкурс, который устраивала фирма Yamaha с целью продвижения своего органа Yamaha Electon. Вот корыстная такая женщина, смотрите. И прелесть заключается в том, что все, что сыграно на этом треке, играется одним человеком сразу, без многоканальных записей, без ничего, используя только один орган, в котором тогда еще не было никаких секвенсоров, ничего. Но вот человек садился и играл. А здесь прямо написано, что победитель финала Electon в Гонконге в 70-м году, прямо на пластинке написано правильными английскими буквами. Вот. Поэтому очень достойная пластинка. Я вам просто завидую, Михаил. Ну да, она приятная музыка. Мне она нравится, такая инструменталочка. Хорошо, что девушка не пыталась утвердиться еще в вокальной. Нет, кстати, у нее есть одно произведение, песня «Маме» или «Посвящение маме». Там она поет. Но действительно, как исполнитель именно на органе, она гораздо более интересный музыкант. Ну, как всегда, на самом интересном моменте наш ответ Чемберлену. Песню наверняка знают, ну, все, наверное. По хитам. О, да. Но ведь хит-то будет звучать, это камбоджийцы. Кстати, вот именно об этих исполнителях нам писал сегодня Баграт из Ставрополя. Очень интересные, как бы, музыканты, но с очень трагичной судьбой, потому что была война, и, к сожалению, они погибли, их убили, этих музыкантов, весь музыкальный коллектив убили. Это было в 75-м году на Кхмер-Руджи, как раз тогда был вот режим Пол Пота, интеграция там, французы были, по-моему, французские завоеватели, вот, но такая тяжелая история, можете прочесть про них в интернете. Син Сисамут, правильно, вот так звучит имя. Вот. Но вот такую они поют Шизгару, как у нас говорят. Песня «Венус» из репертуара голландской команды Shocking Blue звучит очень своеобразно благодаря необычному тембру вокала. И вот такая веселая очень стилистика. Михаил Ильич, позитивная музыка. Да, очень. А мне кажется, вот ваши фэны меня будут уже бить. Но знаешь, что они там пишут? Да? Что? Хотим прочту. А какая-то очередная ваша девушка. Вот некто Люсьен. Кстати, Люсьен, ты девушка или не девушка? Ну, я думаю, да. Да, вот пишет: «Эй, Лазер, хватит глумить Михаила. Он сегодня не танцует, но может он нас споет». И подпись: Люсьен. А вот за что я такой получаю, Михаил? За мой веселый музыкальный характер? Да не, мне кажется, надо мной глумятся на самом деле. Меня же вынуждают спеть. При этом точно знают, что я этого делать не умею. Так может мы с Люсьеном встретимся как-нибудь, Михаил? Ну лучше уж как следует сразу встретиться. Ну давайте встретимся. Слушайте «Серебряный дождь» 100 ровно и 1/10 FM.
дорогие друзья, я, к сожалению, пока вот разговаривал, прочел одно не очень веселое сообщение и забыл показать обложку предыдущего исполнителя. Влад из Финляндии меня спрашивает, Шизгара на английском или камбоджийском? Нет, не на английском, конечно. Пришло сообщение, что движение в центр заблокировано. Сильная авария на Кутузовском, да. 3 или 4 машины, перевернута газель, и из-за этого заблокировано движение в сторону центра, сообщил нам слушатель Вячеслав. И, конечно, спасибо за информацию, надеемся, что никто не пострадал. А мне пишут люди, что придется воткнуть в машину вертушку. Вертушку в машину. Ну, круть, кстати. Ну, напишите, у кого такая креативная идея. А мы с Михаилом посоветуем, какую вертушку ему найти и куда воткнуть. Кстати, Михаил очень хорошо разбирается в аппаратуре, особенно в винтажной, и также собирает. Все-таки приятно, что я не один вот этим занимаюсь. В продолжение темы коверов. Поставил пластинку известной сингапурской певицы Лизы Вонг, которая поет известный хит Роя Хеда «Дизи», который в свое время, в 69 году, неделю продержался на первом месте в хит-парадах Соединенных Штатов и Англии. Ну, в исполнении Лизы Вонг это мягче, милее, мяучнее, я бы сказал даже. Лиза Вонг, она перед вами? Да. Только здесь не написано, как ее зовут по-английски. Написано, что просто 14 популярных песен. А, не написано. Лиза Вонг. Лиза Вонг, да. Да-да-да. Ну, вот такая девушка. Кстати, таких очень много в метро, я хочу сказать. Я очень часто встречаю таких девушек в метро. Вот. И наверняка они так же и поют, я думаю. А потом, мне кажется, у них что-то со скоростью голоса. Или со скоростью чего-то. Потому что периодически... Ну, они все мимо нот плавают чуть-чуть так. Да? В этом некая прелесть есть, мне они, нравится. Они родились где? На воде. Они плавают. Это нормально. Ну вот, у нас опять традиционная история. Я хочу сказать такую вещь, что вот пока мы разговариваем с вами о музыке, и очень... Просто находимся с Михаилом в состоянии стресса, потому что нас вот просто, ну, хотя бы, я вам просто прочту, что нам пишут. Вот нам пишут, что, ага, вот сейчас я прям побежала к вам навстречу, к двум похотливым мужикам с музыкальным характером. Мне музыки вашей достаточно, заслушиваюсь, Люсьен. Нам отказали, в общем. В эфире причем. Да, это перед всеми, да. Люсьен, понимаете, что не отмарьтесь, да? Вы отказали нам в эфире. Не смотри в эфире с вами, а просто вот представьте целевую аудиторию. Я наслаждаюсь сегодняшним эфиром. А, видимо, вы та сторона, Дарья, которая поддерживает Люсьен, я так думаю. Я вообще промолчу сейчас. Не надо вот этих провокаций. Ага. Ну тогда эта песня специально для Дарьи Гордеевой. Я думаю, что вот именно такое настроение будет сегодня, после того, как она закончит последнюю смену на «Серебряном дожде» и печально пойдет домой. С неохотой, так с печально, неохотой, ну, конечно, уйдет с работы с неохотой. Я, ну, любимая же работа. Ну да. Moscow Disco Hi-Fi Edition. Перешли к маленьким пластиночкам. Большие закончились? Нет, больших есть еще там пяток. Ну, да. Просто заявили же, что маленькие тоже будут. Да. Вот такой товарищ, это уже поближе, наверное, даже сложно мне сказать, из какого это государства. Угу. Товарища зовут Касим Сломат and the Swallows. И песня с очень странным названием Нга Ломпок Эгоу Гоу.
Типа, а туда ли я пошла? Ну, да, наверное, да. Ну, прикольно, прикольно. Михаил, скажи, пожалуйста, а откуда этот товарищ? Судя по тексту, по-моему, тут есть что-то на его буквах, похоже на Таиланд. Могу ошибаться. Похоже на Таиланд. Ну давайте тогда как альтернативно я подберу тоже какой-нибудь трек из таиландской темы. Но это уже будет культура не го-го, а вот вторая как раз-таки культура. Я их все время путаю. Сейчас я посмотрю. Вот. Поп-е-е. Да, поп-е-е. Вот сейчас мы поставим какой-нибудь поп-е-е. Посмотрим, вот что позитивнее. Go-go или поп-е-е. Setiasa itu bergembira, hanya sementara jangan berduka, telah jadi sengketa. Kisah yang lalu jangan dikenang, lupakan saja. Moskudiska Hi-Fi Edition. А нам пишет Антон из города Пермь. Спасибо за исключительную музыку. Каким образом я могу узнать, что сегодня звучит в эфире? Антон, мы сами бы рады были узнать. Там все в иероглифах, понимаете? Шазам не съест, не шазамится. Ничего не шазамится, да, вообще. Поэтому просто расслабьтесь, Антон, и получайте удовольствие, если вам нравится музыка. Вот. А нам еще пишет, что да шутка, это, видимо, не к Мише, это вот к Дарье Гордеевой. Давай к нам, мы тут под винтаж танцуем. Ну их этих Миша Лазеров. Люсьену, у меня сегодня отменный настрой. И настрой, Люсьен. Bertukar mengubah yang lama. Lihatlah sang surya sampai masa teranglah ia. Kisah yang lalu jangan dikenang, lupakan sahaja. Hidupkan hilang dan melayang. Takkan kekal selamanya. Москва диска. Ирина из города Героя Москва написала: а вот интересно, о чем поют-то море, солнце, бананы, девушки? Ирина, ну, непереводимая игра слов, понимаете? Вот мы только на эмоциональном уровне с Михаилом разбираемся в этой музыке. Потому что либо надо идти учить все восточные языки, чтобы отвечать на все вопросы радиослушателей во время программы, либо как-то вот так на романтике, на чувствах все отпустить. Все пройдет, пройдет и это. А девушки останутся. Да, но сейчас, кстати, вообще не поют, только играют. Очень стильные, модные парни из Сингапура, опять же, группа Стайлерс. Так, пожалуй... показываю всем группу Стайлерс.
Мне кажется, если название вот так убрать, можно подумать, что это выпуск инженерного училища строительного какого-то. А я больше могу сказать, если им всем приклеить усы и бороды, это была мега прикольная химстеровская тусовка в каком-нибудь восточном ресторане суши и роллы. На самом деле, Стайлерс очень известный коллектив в Сингапуре. Они, ну, некий, наверное, сингапурский ответ Бич Бойсу. Такой легкий полуэстрадный серф играет. И при этом они известны как аккомпаниатор очень многим звездам и не звездам сингапурской эстрады. Ну, мне нравится. Нам Люсьен предлагает отпустить тормоза. Ну и знакомый вас, Михаил. Вообще не понимаю. А их нельзя понять. Их надо вообще либо принять, либо не принять. А как же их понимать-то? Нет. Песня, которая посвящается Дмитрию Владимировичу Савицкому, генеральному директору радиостанции «Серебряный дождь», это его любимая песня из моего юго-восточного, так сказать, репертуара. Я помню, что, находясь там пару лет назад на каком-то мероприятии «От дождя», где они победили, выиграли какую-то машину, были какие-то гонки, я поставил этот трек, и он произвел неизгладимые впечатления. Поэтому хочу напомнить, что позитив, он все равно всегда присутствует в нашей жизни, хочешь ты этого или нет. Нет.
Дорогие друзья, очередной позитивный шедевр от Михаила Ковалева. Джулиан Лью. Да. И, кстати, здесь аккомпанируют те Стайлерсы, о которых я говорил чуть раньше. Да, вот такая милая девушка. Еще одна милая девушка из знакомых Михаила. Запомнили это лицо, да? Вот если где-то встретите, где-то в общественном транспорте, на рынке, в каком-нибудь клубе, там, ну, неважно, даже если она будет есть мороженое, передавайте привет от Михаила. И она обязательно вам что-нибудь споет. Можно сразу говорить, Лиза Вонг, я вас знаю. Ну да, пропа бы не па. Или Джулия Лью. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Михаил Ковалев, и не в гостях Лазарь Виноградский. И вот мы уже на протяжении почти скоро будет как час занимаемся разными шутками, прибаутками из шлягеров, которые собраны на территории Юго-Восточной Азии. Но помимо того, что играет и звучит, хочу всех вас предупредить о такой штуке, что в воскресенье на этой неделе, сегодня, я вместе с Андреем Перумовым буду играть с винила, с настоящих оригинальных пластинок, сет в формате психоделик-рока и психоделик-фанка. Это будет происходить в новом таком месте в Москве, который называется Heineken Bar. Это район Камергерского переулка. Ну, вы найдете в интернете, я думаю. Поэтому, если у кого-то будет желание почувствовать на себе атмосферу 60-х, 70-х, и погрузиться в такой в хиппи-лаунч, то welcome, приходите, там демократичная тусовка, и все демократично, а самое главное, никто на вас не давит, и у вас всегда есть возможность сохранить свои внутренние музыкальные приоритеты для себя. Москва диско. Hey, come on, cool. Come on, the summer.
Москва Диско. Нам пишет Роман Нино. Я только что воспользовался Шазам, чтобы найти Пу Яй Ли по имени Луис Кеннеди. Ну, в принципе, какая разница, как ее зовут, если она симпатичная и хорошо поет. Согласись, Роман. Так, пишет мне Влад в Финляндии. Ну вот совсем непонятно, какой камере лазер показывает конверты, не видно их. Владу не видно, а кто-то при этом успевает разглядеть, насколько симпатичные девушки на обложках ваших пластинок. Да-да. Тут как-то вот... Все зависит от приоритетов. Кому конверты... Или от угла зрения, ты знаешь. Не-не-не, кому конверты, а кому девушки. Вот, Владимир пишет, Лазарь, спасибо, супер, восторг. Тогда и Михаил спасибо, потому что мы, так сказать, вместе этот краеугольный камень сегодня исполняем. Так, что он пишет? А, ты смотри, она на японочку похожа. И не подписались. Ну, кстати, ну, похожа она на японочку. На самом деле, вы же понимаете, это все форма, а нас интересует содержание. Главное, чтобы чек был хороший, правильно? А песня, смотри, заканчивается, да? Показываем конверт. Давай, это песня, к сожалению, не с оригинальной пластинки, но с довольно редкого сборника, который братья голландцы выпустили. Честно, Миша, в 2003 году. Честно признался. Что пластинка переиздания. А теперь давайте серьезный музон. По-нашему, да. По-вьетнамски, йоу! Moscow Disco Hi-Fi Edition. Позитив Михаила не знает границ. Вот. Таиланд на проводе у нас. Да-да-да. Девушка, я записываю. Да. Да. А тем временем из города Пермь нам пишет Антон. Прошу простить за настойчивость. Не могли бы назвать первый трек, звучащий в начале передачи. Спасибо, Антон. Антон, если не ошибаюсь, первым треком это у нас был гитарист из группы Juan de la Cruz. Давайте я вам даже его покажу, потому что, поверьте, очень достойный чел. И очень вам рекомендую послушать, что они делали в составе группы Juan de la Cruz. Вот. Я надеюсь, что Влад из Финляндии увидит тоже эту картинку. Вот этот человек его зовут Вали Гонзалес. Вот. Это был первый сегодняшний трек. Вот. Так, а Евгений напишет, что это вьетнамская Марч Симпсон. Дарье Гордеевой понравилось, она хохочет. Вот. Я сегодня не устаю это делать весь эфир, Лазарь. Так. Жалко, что он к концу подходит. А мы можем продолжить где-нибудь вот вместе с Люсьен, например. Тем более, да, звали потанцевать. А как же? О, о, на пи, о, 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 о,
ผมว่าน้องก้อนเดือนผมว่าน้องก้อนเดือนทุกวันเดือนไม่ว่าเป็นส่วนหัวใจน้องเต้นขันมาเกินพอ Дорогие друзья, я настолько погрузился вот в эту азиатскую музыку, что я просто забыл с ним попрощаться 3 минут назад. Вот, поэтому время нашей программы подходит к концу. Напоследок группа АК из Индонезии. И спасибо Михаилу, спасибо Даше, что мы сегодня все вместе. И что мы вместе сегодня пришли и вместе сегодня уйдем, понимаете? Вот, несмотря на все веселье, которое сегодня происходило. Это группа АК, и она прощается с вами. Правда, песня будет, возможно, на английском, но они из Индонезии. Михаил Лазарь, спасибо огромное. Прекрасный вечер. И с вами Дарья! Yeah, yeah, I'm sitting up. We do the shake, some teacher. But I'm walking to my road, and I'm feeling all right now. Some people say that it's easy to make it, shaking like what they want. And some people make me dizzy. Oh, what a cow in my head. So, baby, I don't wanna let you standing there all the time. Now watch me. Hey boys, yeah. But you think I'm fit enough to move? Well, I don't wanna say you are, but I'm walking and shaking around. Okay, baby, we can do it, my kid. Get ready, boys, get ready. Well, I said get ready. Yes, make it get ready. I'm gonna make you move it. I'm gonna make you move it. Yeah, we do it together, babe. Серебряный дождь.